Ой, Намчи базар. 3445 метров. Можно выпить и закусить. Как пишут в рекламных текстах, столица непальских шерпов. Трам-пам-пам, трам-пам-пам. Ну, возможно, конечно, и столица. Шопинг, yes. Но это очень большой базар. С шопингом, со всеми делами. За шибетскими красивыми шерпскими девушками. Не менее красивыми бабушками. Бабушка убежала. Вот так вот я тут, да. Вообще, это сплошная такая торговая улица. Сейчас утро. Какое сегодня? 13 апреля? 13 апреля. Это вчера был день космонавтики, наш день. Да, мы вчера очень хорошо отметили. Очень вкусно пахнет вот этими всякими можжевеловыми делами. Мы выдвигаемся в Луклу. Заканчивается наше бешеное путешествие. Ты абсолютно не овца. Ты белочка. Ты кошечка. Вот, мы. Ну, улица, конечно, вообще базара. Это такая вот сплошная такая стопроцентная экзотика. Со всеми делами. Это прачечная местная. Не канализация, ну и не водопровод. Здесь народ костерючки устраивает. Зашибетский местный народ. Сейчас немножко пройдем вниз. И вот там вот интересный момент. Это ступа, это центр Намчи базара. А ниже ступы находится поле. Ну, то ли футбольное, то ли просто какое-то поле. Монастырь, в котором мы были в самом начале нашего путешествия. Где же он? А вот он. Вот он, монастырь. Все. До встречи осенью.